Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очень интересный материал. Ну, во всяком случае, для меня. Все мы в детстве читали рассказы о, не знаю, Джека Лондона, там, читали о путешествиях Колумба, Васко да Гама, Магеллана. Это были большие корабли с прямым парусным вооружением. И сегодня мы едем на такой корабль. Корабль называется «Виктория». Это реплика корабля «Магеллана». И он стоит здесь, на Мартинике. Ребята, которые являются владельцами этого корабля, они его купили для реставрации, потому что этот корабль с очень классной историей. На нем обошли вокруг земного шара. Он 8 раз пересекал Атлантический океан. И по прибытии здесь, на Мартинике, он начал катать туристов. Вы помните, да, песню «Машины времени» по поводу «Иногда лучше уйти на дно». Но у этого корабля появился второй шанс. Туристов на нем больше не катают. Он попал в руки людей, которые хотят его восстановить. И мы сегодня будем смотреть на этот корабль, смотреть на то состояние, в котором он находится, и прикоснемся немножечко к истории, прикоснемся к великому. Ну что, а теперь тузик и погнали! Ярослав, вот скажи, это достаточно сложный проект. Вот ты когда брался за него, ты же понимал, насколько много усилий нужно для того, чтобы эту лодку восстановить? Я знаю, потому что нам надо много работы сделать здесь, и эта лодка имеет историю, потому что въехала вокруг свет, и здесь жило много людей, которые занимаются морем и яхтингом. А мне было плохо запомнить за эту историю. Так, потому я пришел здесь и, возможно, мы сохраним эту лодку. А скажи, пожалуйста, вот усилия, которые нужно для восстановления этого корабля, то есть это же много усилий, это много денег, большой бюджет, это много физических усилий. Вот ты был готов к этому или сейчас ты понимаешь, что усилий было намного больше, чем ты ожидал? Ну, возможно, усилия. Когда здесь будут люди, будет жизнь. И лодка будет жить.
Так, когда мы сделаем только работу. Работу надо сделать. Только не говорите о ней. И деньги придет тоже. Но когда ты планируешь вообще, у тебя есть понимание, когда ты хочешь завершить этот проект? Сейчас не знаю. Мы сейчас сделаем надацию. А, фонд. Фонд. Foundation. И когда будут деньги, мы покупим материал. И люди придут здесь. Эта лодка имеет историю. И много людей знает эту историю. Они придут здесь и работают. А скажи, у тебя есть вот понимание, какой бюджет нужен для того, чтобы восстановить этот корабль? А это тяжелое. Минимально, который тебе необходим. 100 тысяч евро. 100 тысяч. Минимально. Нам нужно луксус. Нам не нужно луксус. Ну, вы хотите сделать этот корабль, который как полноценно его... может быть на воде, и он может ходить под парусами. Так, так есть. Как... Моя идея есть, чтобы я уезжал с этого места и пошел через Атлантик минимально. То есть ты планируешь подготовить эту лодку до состояния, которое может перейти океан? Так. Ну, это серьезный подход, да. Ну, это то, для чего эта лодка была изначально сделана. Ну, это же реплика океанической лодки. 35 лет назад. 35 лет. Построили в Польше. Это реплика, да? Это реплика. Какой он длины? Ты говорил 20? 22 метра. 22 метра. А осадка у него? Здесь 60 тонн. Ага, а этот, осадка? Осадка, можно 3,5. Вот, такая большая? Ого, 3,5 метра, ничего. 60 тонн. Ну да, ну, он сам по себе большой. Здесь у тебя мастерская? Класс. Класс, нравится. Какой бушприт? Это все идет на реставрацию. Пальмы. Это уже новая палуба. Новая старая. Реконструкция получается уже, да? Здесь надо все сделать. Много работы? Много работы, много. Материал много, денег. Пойдем. Да. Здесь был второй. Это мачта здесь стояла. Да? Так, мачта. Здесь были три. Три мачты. Фог, грот и бизань. Ага. Слушай, это еще этот оригинальный руль из железа, да? Отсюда вообще видно? Вот ты когда здесь стоишь, здесь ничего не видно. Это было, да, не видно. Только. А что там смотреть? Тебе надо резерва. Что там смотреть? Страховка нужна хорошая и все. Сейчас гидравлик. А, это гидравлическая система, да? Так. А, ого. А была раньше? Да. Была просто обычная механическая, да? Механическая была. Трасса. Ого, тут, наверное, сильно надо было крутить. Ну, надо. Такая пиратская дверь. Ту, за капитана. Это капитанская каюта, да? Нет, это салон. Нет? Здесь капитанская. С картами. Это камбуз здесь, да? Здесь салон. Здесь сидели все. Ребята, которые кругосвет. А, кругосветчики здесь. Да. А здесь на этом корабле сделали кругосветку? Нет, здесь там. И по трассе Магеллана. А, Магеллана. По трассе Магеллана сделали кругосветку на этом корабле. Еще 8 крат Европ.
А, 8 раз вокруг Европы? Атлантик, да? Атлантик. А, Атлантику? Серьезно. У нее цирка 50 тысяч майлов. 50 тысяч? 50. Ого. Туалет. О, огромная ванна. Джакузи. Ага. Позор. Позор — это внимание. Внимание. Внимание, потому что на русском позор — это другой. Знаешь, что значит? Знаю позор. Да? А что здесь? Здесь engine room, там за паливо, топливо. Ага, топливные танки. А танки. Двигатель какой здесь? Двигатель здесь. Что это? Perkins 100 киловатт. Угу. Здесь батарея и все на сервис. Ага. О, это и? Спальня. Так. Здесь. Да, 14 жителей. Скажи, а какая команда вообще нужна для того, чтобы управлять таким кораблем? Сколько человек минимум? Минимум можно 3 человека. 3? 3. Хватит? Хватит. Для парусов, для всего? Да. А вот это получается сама мачта стоит. Так, так, так. Еще оригинал. С Чехии. Ого. Что? Класс. Мы его насквозь прошли, да? Так, так. Но. Класс. У тебя тоже 5 метров. 4,5. У меня 4,5. Как-то оно выглядит, как будто значительно больше. Я принесу пиво. Ах, класс. Привет. Привет. Высоко отсюда. Ходовые огни такие серьезные. Такое ощущение отсюда, как будто стоишь на каком-то колумбовском корабле. Вот именно сверху так. Так можно. Да? Настоящий пиратский корабль. Сидис. Ну и естественно пиво. Да, ты помнишь. Ты пича панч. Ваджайна панч. А что там? Лимон? Лимон. Ром. Сироп, там... сироп декан. Ага. Ром. Сироп сахарный. White ром. Ага. Белый. White. Белый. Угу. Пунч? Пунч. Ты пунч. Use with this. With this can. Ага. Это сахарный then. Тростник. Так. Сахарный так, тростник. Хорошо. All right, then the proper way how to eat the cane. Only with a punch. No, just stick it into the vagina. And then you just eat it. Yes, I know. This way I know. And then the punch. Столько сахара в нем. Очень сладкий. It's so very sweet. Yes, I see. There's a lot of sugar inside. Sugar cane. A lot of sugar cane. Uh-huh.
It is a straw. Тогда мы селфи не ешь эти пары дней. Цуцкать. Цуцкать. Какой сладкий.